Всем привет, с вами Андрей Ли, вы на канале FGeek. И сегодня футбольный день на улице минус сколько? 10? 10. Сегодня играем против команды из Коломны. Не знаю, примерно никого даже в собственном составе. Сколько у нас? Есть на состав-то хоть? Даже на состав нет? А сколько? А вот еще два или один. Мимо ехал, решил. Да, тут туалет просто есть, блядь. На заправке туалет закрыт был. Смотрю, тут пацаны играют, а у меня форма, как всегда, с собой в машине. Удобно. Хоть я и на метро приехал, но похуй. Желаю успехов в 2024-м, чтобы ваша команда была всегда на первом месте, чтобы вы забивали красивые голы через себя, Рабоны, в очко. Да, как Паша пишет, типа, да там кум ваш пидорас, ебаный, такую хуйню. И почту шапку. Привет! А где капитан? Привет! Че, капитана нет, что ли? Я думал, я капитан. Он там свой жив. Ищите меня. Дайте я вам скажу. Быстро нападение. Справа, все. Вот так лично. 3-3. Пацаны, давайте, да нормально. Нормально. Настроение, блядь. Что? 3-4. Давай. Тима, слева. Справа, я светом в центре. Пацаны, давайте на нормальном позитивном настроении закончим год. В будущем году нас ждут перемены. Надеюсь, к лучшему. Все, пацаны, мы ГИК! Привет, мама, привет, папа. Болельщики Коломенской звезды. А мы идем к Олегу. Ну, игра как в целом. Помнишь, я в каком-то интервью говорил, что мы очень нестабильная команда? Так. Я ошибался, мы очень стабильные. Очень стабильно хуевая игра. Олег только что отбил глазами мяч. Очень классно. Угловой удар. Так. Тимурик. Закидывал. Ты, Сережа! Господи! Бустер! Бустер! Пас! Да не тому паску! Господи! Веселая игра, веселая. Я настоящая. Я тебе подсказку и даю. Главное снимать интересные какие-то моменты. Снимать, главное, интересные моменты. Вот, что на поле происходит. Не всегда нужно смотреть на мяч. Мы гол пропустили. Блин. Пропускаем, к сожалению, второй гол. Если честно, даже не видел атаку. Казалось, что мы выйдем вперед, а вот сейчас приходится опять отыгрываться. Ну ничего страшного, я думаю, что мы отыграемся. Так, Виталий выходит почти один на один. Танцует с мячом, слева-вправо. Да это было увлекательно. Ну сейчас задаем будет счет 2-2 и вернемся в игру. Пропустили третий мяч. Отыгрываться придется с минус двух. Но думаю, что нам это под силу. Ну, слушайте, слушайте, слушайте. Хуба сыграл на опережение руками в центре поля, но главный арбитр сегодняшнего матча посчитал, что все было по правилам, мы с ним спорить не будем. Носок, пожалуйста, если тяжело. Бля, ну пиздец, как тяжело. Бля, вот ты смотри. Дай скажи. Ты смотришь, да? Хочешь отдать, бля, потом у меня замах. Опасный штрафной возле чужих ворот. Виталя забивает. Голы Виталика праздная. Ты травмировался, реально? Сзади дает что-нибудь, двигает? Тут, вот тут. Больно? Иди в тепло, Андрей. Тепло. Все, давай, иди. Ничего страшного, не хотим, чтобы вырезки играть. Травмы — это всегда печально. Там сейчас 4-3 будет, и в нашу пользу. Да! Я накаркал? А это же наша команда же забила, нормально все. Команда ВГИК выходит вперед! 4-3! Игра интересная. Очень интересно. Температура воздуха снижается.
А градус на поле, наоборот, растет. Счет 4-3 в нашу пользу. Атакуем. И пятый гол. Пятый гол. Вот он. Вот он, пятый гол. И кто-то забивает. А кто забивает? Хачатрян. Хачатрян забивает. Вау. Это ли не повод подписаться прямо сейчас на наш канал? Ставить лайки, разгружать комментарии. Если вы не знаете, кто такой Ага, то совсем недавно он еще отдавал голевые передачи в Реал Сосьедад. А сегодня он делает разницу. Вот кто делает разницу. Удивительно, как драматично складывается данная встреча. Мы проигрывали 1-3 и сейчас уже ведем 5-3. Пенальти назначили. Олежа, к сожалению, не подтащил. Счет 5-4. А, здорово, блядь! 5-5. Орёв, Тимофей! Фу, я бежал в эту атаку вместе с Сергеем, но, к сожалению... Так. И нахуя? Спрашивается этот момент. В конце матча могли уже пропускать. Мне кажется, осталось играть минут 5.